Катание на бобе для бобслея для всех желающих. Тренировки на свежем воздухе. Так динамично и весело открыли в Ульяновске 8-ю летнюю универсиаду. На стадионе «Труд» работали тематические площадки. Основатель школы единоборств Хачатур Малхасян пригласил тренера из своей команды, чтобы показать детишкам, как правильно разминаться и разучивать базовые приемы. Также мы покажем показательные выступления. Довольно именитые боксеры побьют по лапам. Я думаю, это будет интересно, особенно для родителей, которые пришли сюда с маленькими детками. Журналистика – профессия. Опасная, хрупкая, корреспондентке надо уметь постоять за себя. Сейчас тренер по кикбоксингу Хачатур Малхасян покажет мне пару приемов. Хачатур, здравствуйте. Пожалуйста, возьмите мой микрофон. Давайте. И давайте уже займемся. Смотрите, я для этого специально лапу взял. Мне микрофон же надо говорить, правильно? Или можно не говорить? Да, сейчас расскажите, что вы мне будете показывать. Удар, микрофон, пожалуйста. Да, смотрите, удар, есть эффективные приемы. Это удар в пах, в глаза. Но мы, к сожалению, не сможем сейчас это продемонстрировать. Давайте я вам покажу удар локтем в голову. Ручку согните. Да, вот, прям острый угол сделайте. И боковым ударом, я сейчас вам буду держать, да, боковым ударом попробуйте. Еще сильнее. И с небольшим шагом можно попробовать это. Работают здесь на площадке. Все тренеры школы единоборств. Это очень эффективно. Если вас кто-то будет обижать... Очень сильно, если вас убежают, вы можете применять. После мастер-классов стартовала церемония открытия. В программу универсиады входит 6 видов спорта. Бокс, греко-римская борьба, тхэквондо, спортивное ориентирование, бадминтон и шахматы. В Ульяновск приехали более 1500 спортсменов со всех регионов страны. Гимн, флаги и выступления артистов. За эффектной программой последовал товарищеский футбольный матч. На поле вышло сборное правительство Ульяновской области. С ними сыграла сборная команды универсиады. Со счетом 3-3 победила «Дружба». Звонко комментировал игру Георгий Черданцев. Алексей Русских сыграл в составе сборной правительства. После двух оживленных таймов губернатор приветствовал публику. Дорогие друзья, я приветствую всех участников, организаторов и гостей 8-й Всероссийской универсиады. Я благодарю спортивное руководство нашей страны за то, что они доверили провести эту универсиаду именно нам. За то, что у нас есть возможность посмотреть выступления ведущих молодых спортсменов России. Министр спорта Российской Федерации приехал на церемонию открытия. Олег Матыцын оценил организацию спортивного торжества. Более 70 регионов направили своих студентов для участия в универсиаде. И это лучшие студенты, лучшие спортсмены. Это будущее нашей России. Я хочу поблагодарить Организационный комитет, Ульяновскую область. Поблагодарить Российский студенческий спортивный союз. Церемонию посетил и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сайранов. Ни один вид деятельности не приносит столько эмоций, сколько дарит спорт. Причем эти эмоции испытывают и участники соревнований непосредственно на аренах, где они выясняют, кто из них сильнее. Ну и зрители на трибунах. Уже с понедельника в городе начнутся соревнования. Ульяновскую область представляют 90 студентов из 5 вузов. Участники финалов были определены в региональных отборочных состязаниях среди студентов. Под соревнования заряжены «Волга Спорт-Арена», «ФОК Орион», «Центр Тхэквондо» и городские парки. Продлятся баталии до 15 июля. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.